хореография вторична, первична музыка. Кто-то сказал, акустическая симфония, да, то есть звуковая. Это какие-то звуки. И с помощью этих звуков я создаю настроение. Я понимал, что пол – это музыкальный инструмент. И мне все время не нравилось, как он звучит. Все время. Сейчас нравится, как вот он звучит, отзывается. Сейчас такая мечта возникла – это сделать целую сцену такую. Ведь хореография вторична, первична музыка. Если пол будет откликаться на каждый шаг, шорох, движение танцовщика, он же будет и создавать эту музыку. Я не знаю, как это происходит, но мне иногда там сверху откуда-то какие-то идеи сыпятся. И, собственно, там ничего такого уникального нет, по большому счету. Уникальность состоит в том, в чьих руках этот инструмент, да? Ведь может взять кто-то гитару и ничего не сыграть. Суть в том, что вот в этой коробке заключен микрофон, который можно разогнать до невероятной величины порталов, да, то есть он не заводится. Если просто поставить микрофон, он заведется. Мы его спрятали в эту коробку, и он не заводится, и он слышит буквально все. Смешным, но даже когда я вот пальцами в обуви поджимаю пальцы и отпускаю их, это слышит микрофон. Даже этим можно создавать какой-то звук, то бишь музыку. Ну, может, это нельзя назвать музыкой, это, скорее всего, какая-то, вот мне как-то кто-то сказал, акустическая симфония, да, то есть звуковая. Это какие-то звуки, и с помощью этих звуков я создаю настроение. Чечетка, она сама по себе очень скучна, ну, как скучна, она не скучна, нет, но она как изюминка, да, в булочке. То есть ты ешь булочку, оп, изюминка, ешь, оп, изюминка, да. И так и здесь, изюминка должна быть. А тут получается, мы работаем 40 минут, это же мешок изюма. И вот получается, что он вроде как не приторный, потому что зрители слушали и не разбегались. Я вообще в последнее время импровизирую. Вначале казалось мне это очень недосягаемо. А потом мне просто надоело учить номера поставленные. И я делал заготовки, так, тут я сделаю это, тут я сделаю то-то. Иногда кое-что забывал, выходя на сцену, но получалось. Вот эта импровизация, когда ты вот сейчас, это же джаз. Да? В джазе все время импровизация. И если вы слышите на пластинке какую-то импровизацию или там где-то, это еще не значит, что музыкант ее повторит на концерте. На концерте будет совсем по-другому. У меня была идея, и когда я засунул этот микрофон в ящик, когда я понял, что его можно разогнать, к кому я могу обратиться? Естественно, к своему сыну, который композитор, который играет на уникальном для Украины инструменте, да и вообще в мире, это новый инструмент, модульный синтезатор. То есть фактически он генерирует музыку сам, звуки генерирует сам. Вначале это была премьера в Доме офицеров. Мы работали всего 5 минут.
Но 5 минут для танцевального номера, для щетки, это очень много. Это считается, ну, просто, ну, длинный номер. И все. Мы работали 5 минут, и нам показалось, что мало, и показалось зрителю, что мало. Как-то так вот произошло. И я этот, честно говоря, вот этот стиль я рассчитывал показывать молодежи. Собственно, почему я обратился к сыну, потому что мне показалось, что это его заинтересует. Но когда одна пожилая дама сказала, очень хорошо, а особенно вот этот номер на ящике, сказала пожилая женщина, понимаете? И это меня сразу заинтриговало. То есть, ага, значит, не только молодежь, значит, здесь что-то есть больше. Танцовщик – это тот, который может танцевать балет, который может танцевать джаз, который может отбивать степ. Я всегда вкладываю какую-то мысль обязательно. Без мысли это, ну, нет смысла. Надо о чем-то говорить. Не просто тарахтеть ногами, а что-то рассказывать. В моем образовании есть классический танец. Почему я поступил в хореографическое училище, вернее, меня поступили родители, потому что им предложили, потому что все видели, что я там с 4 лет, знаете, большая семья у нас была, уже выпили, закусили, уже наспевались, уже, а ну где Вовка, Вовка, давай иди сюда, потанцуй нам. Это не было ни одного события какого-то семейного, чтобы я не танцевал для всех, всех старших. А я с удовольствием танцевал, потому что мне всегда давали какие-то подарки, конфеты, деньги там. То есть это уже был бизнес. Потом я в 6 лет уже станцевал в ансамбле Вирского. Ансамбль Вирского поставил, Вирский поставил «О чем верба плача», такой спектакль, который потом запретили, проукраинский. И там в конце погибает казак и умирает его жена, но остается маленький козачок, якому передают папаху и шаблю тата. И кінці він виходить, прикладає до грудей, дивиться на ліхтарь. Мені сказали, тут на той ліхтарь дивися. І от це вся моя була партія. Но в чому весь фокус був? Фокус Вірського состояв в тому, що там був такий помост, типа горочка, маленький совсем. Я потом увидел этот помост, он мне даже до колен не доходил. И я настолько был маленький, что я прятался под этим помостом перед началом спектакля. И сидел там полчаса. Ну, вы можете себе представить, как я там сидел. И мне причем жена у Вирского была же Валерия. И она мне говорят, ты сидишь до тех пор, пока сюда не прыгнет тетя Валера. А я, город Ровно, вообще Валеры были только мальчики. И я там сидел и думал долго, кто прыгнет, тетя или Валера. И когда она прыгает ко мне, и говорит, давай, пошел. Я говорю, а где Валера? Она говорит, я Валера. И для меня это был шок первый раз, что тетя и Валера. Спектакль весь смотрели молча. А я выходил в самом конце. И когда я прикладывал вот эту папаху, был гром аплодисментов. Гром. Мы выходили по 10 раз на поклоны. И я ассоциировал это с собой, естественно, что вот стоило мне выйти только на сцену, как тут же гром аплодисментов. Танцовщик – это тот, который может танцевать балет, который может танцевать джаз и который может отбивать степ. Степ дает ритм, джаз дает пластику, а балет дает форму. В советское время я обратился к одному балетмейстер, который чуть-чуть знал чечетку, предлагал ему по тем временам, это были приличные деньги, 10 рублей за урок, на что он ответил, нет, я секреты не продаю. То есть это еще не каждый раздавал эти секреты в Советском Союзе. Но я-то то одного возьму, то у другого. Потом, помните, вышла картина, если помните, «Клуб Каттон» где-то в 80 каком-то году. Вы меня поймете, киношники? Я сидел в кинотеатре, несколько раз смотрел, там была чечетка, на кружочке, когда заканчивается часть, с правой стороны выскакивают кружочки такие, 1, 2, 3 кружочка. Это для киномеханика сигнал, что он должен переключить на другой аппарат, то есть заканчивается часть. Я это знал.
И вот по этим кружочкам я считал, в какой части фильма есть этот танец. Потом шел в прокат, сейчас уже об этом можно говорить. Брал с собой стеклянные деньги, ну, пол-литра, и просил дать мне часть. Потому что фильм бы мне никто не дал. Мне давали там седьмую часть. Я приходил на киностудию Довженко, заходил в монтажный цех и на монтажном столе потихонечку разбирал чечетку, как она должна танцеваться. Ну, потому что на монтажном столе ты же можешь медленно пленку тянуть, и там замедленно вперед, назад, ты можешь туда, назад, чтобы вычислить, какой же это удар там, носком, пяткой. И это было в моей жизни. Lord of the Dance – это гениальный совершенно Майкл Флетли, который вознес ирландский танец. Это, собственно, у нас то же самое. Вирский ездит по всему миру с аншлаговыми концертами, их принимают на ура. И почему это так воспринимается народом? Да потому что это народный танец. Он созвучен с любым народом, понимаете? Умца, 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 да, плюс еще чечетка. Это не джаз. Ты, кта, кту, ку. Я занялся чечеткой, когда развалился Советский Союз, когда я уже сделал карьеру актера кино, киноактера высшей категории, член Союза кинематографистов СССР. И когда исчез кинематограф, надо было... Я вспомнил свое призвание танцовщика. Ну, естественно, что балетных было очень много, и не нужны они. А вот тэп-дэнса и джаза не было. Я занялся тэпом и джазом. И это начало было у меня в 33 или 32 года. Это поздно, чтобы нарабатывать какую-то технику. Поэтому я не настолько техничен, как молодые танцовщики даже Украины. Есть у нас есть чемпионы этого же мира. Они намного, думаю, техничнее. Но вернемся опять к инструменту. Я понимаю, что я делаю. Я чувствую, как я... То щекочу, то конкретно бью, то опять поглажу, то опять ударю, да, то есть вот в динамике моих, да. А от этого рождаются эмоции, и есть о чем поговорить тогда со зрителем. У нас есть очень много чемпионов мира в Украине, мира чемпионов. Иногда выступаю в школе, спрашиваю детей в Киеве, это не в селе, это не в другом, в столице, в некоторые школы, там не центральные, да, я спрашиваю, как этот танец называется? Тишина. Может, один скажет, чечетка? Ученики и родители являются инвесторами этого жанра в Украине, только лишь. Вот, собственно, поэтому, наверное, есть школа, не только моя, в Киеве есть еще 3-4 школы, прекрасная школа в Ровно, замечательные танцовщики в Одессе, в Запорожье, по всей Украине. У нас есть очень много чемпионов мира в Украине, мира чемпионов. И даже коллектив у нас винницкий, есть, по-моему, степ-компания, они дважды были чемпионами мира, эти ребята. То есть у нас хорошая, сильная сила, нас уже боятся на чемпионатах. Thank you.
Я ведь пришел на киностудию, я был, можно сказать, маленьким мальчиком. Ну, как маленьким, 15 лет, но все равно я был самым молодым. Со мной нянчились все. Началось все это с Михаила Ильенко. «Там вдали за рекой». Удивительный, конечно, фильм. Удивительный. Ну что, будем знакомиться. Федор Панько. Падает башмаки на одну ногу. Там столько находок. Мы выйдем поговорим. На улице. Да? Это все. Миша все это придумал. Он романтик. Ну что ж, давайте знакомиться. Федор Панько. Коммунар отряда по борьбе с бандитами. Помощник командира по ликвидации безграмотности. Левой! 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 Два ботинка с правой! 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 Не трогайте меня! Я бандит сагитировал! С минуты на минуту придется сдаваться! Какого еще бандита? Вас вы не помните, двойные еще! Он все время что-то с ножичком, все время что-то делал, какие-то футлярчики, какие-то. Он мастер. Помимо того, что он режиссер, потому что он романтик, потому что он юморист, потому что там много смешного есть в кино. Такой не низкий юмор, а такой тонкий очень юмор. Вот это и сыграло, отложило отпечаток, да, на мне, на всю оставшуюся жизнь. Это как критерий, знаете, каким должно быть кино. Мои танцклассовские дети, они меня и учат, и вдохновляют. Очень многое мы потеряли. Мы потеряли связь поколений. Вот этот кусок 90-х, он как, это как пропасть, которую никак не могут сегодняшние одолеть, чтобы связаться с предыдущими, великими. Они даже на них не обращают внимания. Это ужасно. Ну, потому что там есть чему поучиться. Мои танцклассовские дети, они меня и учат, и вдохновляют, и доставляют мне море удовольствия. И, ну, помимо моей семьи, понятное дело, с моих детей и жены, вот моя работа, она меня радует, мне нравится она. Мне нравится создавать эти звуки, мне нравится учить, мне нравится открывать мир детям. Ну, вот это все мне очень нравится. Творчество. Без которого жить невозможно, мне кажется. Вот. Хочу пожелать всем быть свободными духом, разумом, сердцем, свободным для творчества.